второй финал Rotax Max на Дзержинщину, 17 июня 2023 года. Кирилл 6 стартует, Пати приехал 7, там нарушение. Обыграл таким образом позицию 2 номера нарушения. Пробы езда. Да. По стартам, как обычно, все тут мудрим. Понятно, зачем это отставание такое сильное нужно. Не кажется ли он на третьей позиции? Сейчас посмотрим. О, третий. Нет. А, да, 78-й, третий. Все, это был старт. Зря я недооценил его тактику. Это вырывается Бодрячинов. Вырывается вперед, занимает первую позицию. Даже доехали до второго. Ну, обогнать, наверное, нет. Четвертый подъехал обгон. Атака на Кирилла. Катился на четвертый. За ним цепляться хотя бы надо. Поворотом держимся. Прямой стоит. Прямой, вот такой отрыв получается. Планируешь пистолет. Пусть за этого, за это ошибки пятого в себе. Думаю, не удержит он пятую, четвертую позицию. Так, на прямой выйдет. Потом Платон, номер 7. Поворот подъезжает. Кирилл хорошо получается, уже связочка быстрая. Работа идет. Атака на Кирилла. Ох ты как. Ну, не оставил места, наверное, называется Кирилл. Могут и наказать. Так, что-то там. Значит, надо уехать на 3 секунды от преследователей. Чтобы если наказывать, это не повлияло на исход. Сейчас это как раз, наверное, и есть 3 секунды. Отель да, сохранит. Я чувствую, такая дуэль интересная будет. Борьба идет за пятую позицию. Бодрячинов Кубаев. Ох ты, все-таки обгоняется Кубаев. Борьба за первое место. Я так думаю, может быть, получится подъехать за счет этого. Далековато, конечно, они.
to the talk. Travel box. Так, я, наверное, остановлю запись, чтобы файл смог залить на Яндекс.Диск. А нет, давайте дождемся, сейчас кто-то обгон. Обгон сейчас будет. В исполнении Кирилла есть, обгон состоялся. Правда, это был круговой. Пока встречает. Так, продолжаем второй финальный заезд. Квадропать. Кирилл на четвертой позиции. Борьба у нас за первое место между пятеркой и 8-8. Семерочка рядом с ними, а вот Кирилл туда отстал. Ух ты, первый номер оказался сзади, сейчас быстренько догоняет Кирилла. Так, разница секунды две. Я думаю, круга 2-3 он победит Кирилла. Четвертая позиция под угрозой. И два лидера у нас. Губаев Тимур и Бадрединов Азарт. Вот они. Связка есть свою. Сейчас секунда осталась. У единички до Кирилла. Сейчас это на прямой будет съедено. Все преимущество. Да, и обгон. Внутрь залез. Тут сделать ничего не забыл. Ой, у Кирилла бампер повалился задний. Да. Сейчас мы должны показать техническую неисправность, вот показывает судья. Он должен заехать должен. Будет на питлейн исправить проблему. Ну это да, это гонка всегда. Это называется «не повезло». Заезжай, заезжай. Ты что делаешь, Кирилл? Такое ощущение, он не знает, что делать. Он просто сбавил темп и зачем-то медленно продолжает ехать. Так получит он дисквал. Такой маневр. Посмотрим, заедет или нет. Собирается он заезжать.